lugupeetud külalised, tere tulemast! Muusikasõbrad, sellel sulnil kaunil suveõhtul kõlavad siin kaunis kontserdisaalis. Tervitus ka minu poolt. Meil on suur rõõm ja au, et rahvusvaheline festival muusika kõikes, aga eriti selle festivali valukontsert toimub meie linnas Kohtla-Järvel ja meie imeilusas kultuurikeskuses. Ja ma loodan, et see saab väga hea uued ja pikaajaliseks positsioon. Nagu juba öeldud, korraldaja festivali korraldaja on muusik, virtuoos ja helilooja Michael Kulutšik-Okser. Michael, suur tänu teile. Мы родом, и мы просто глядим. Для нас это большая честь, действительно, что международный фестиваль в объятиях классики, а в особенности его гала-концерт проходит в нашем городе, городе Кохтла-Ярви, и в особенности в нашем прекрасном Доме культуры. Мы надеемся, что этот фестиваль станет новой, хорошей и многолетней традицией. И, конечно же, как я уже поблагодарила главного организатора, художественного руководителя этого фестиваля Майкла Кулутшика-Окстера, да, мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться, и мы в следующем году вновь с вами встретимся и увидимся.